В Энгельсе началось благоустройство микрорайона на Шуровой горе. В следующем году здесь появится новая школа. Учиться в ней смогут больше 1000 человек. Об этом заявил глава района Александр Стрелюхин. По словам чиновника, на следующий год в Энгельсе также запланировано строительство 2 детских садов, один из которых будет располагаться на Шуровой горе. Еще один масштабный проект будет реализован в районе. Это реконструкция музыкально-эстетического лицея. После нее в учреждении смогут учиться не 300, а 450 человек.